Так, друзья, привет, с вами Петр, и это агентство недвижимости в Камбодже Investor & Property. Наше агентство первое русскоязычное агентство недвижимости в Камбодже, которое предоставляет вам предложения только от проверенных застройщиков. Пожалуйста, проверяйте перед тем, когда вам что-нибудь предлагают. Мы работаем со всеми застройщиками в Камбодже. Скажу, 99% застройщиков мы знаем напрямую и предлагаем вам предложения только напрямую. Один из примеров – это проект Times Square. Times Square 306 – этот проект, который мы начали продавать где-то 1.5 года назад, где-то так 2 года назад. Вот, на сегодняшний день, сегодня мы были приглашены на церемонию окончания строительства самого блока, самого здания непосредственно. Вот, мы сегодня посетили шоурумы, дальше в видео я вам покажу шоурумы, я вам покажу многоспальный апартамент. Тут спальные апартаменты, студии размерами 80 квадратных метров, 60 и 56 квадратных метров. Вы увидите качество проекта. Мы сами, наша компания, агентство, было очень приятно удивлено, так как это первый проект, с которым мы начали работать с Times Square. Сейчас, на сегодняшний день, мы работаем с 4 проектами этого застройщика. Вот, проекты строятся, последний проект Times Square 7, который был запущен на продажу в начале этого года, чтобы вы понимали, 80% уже продан. Вот, мы также очень рады показать вам продвижение стройки, что было, как было, как строилось и в итоге, что мы получили. Я благодарен нашим клиентам, которые доверились нашему агентству, которые покупают с нами, которые приобрели Times Square. Я уверен, они будут очень приятно обрадованы этой новостью о том, что проект уже получается, подходит к завершительной стадии строительства и буквально через год будет уже сдан после проведения всех косметических работ. Вот. Большое спасибо. Следите за нашими новостями. Переходите к нам по ссылочке в Telegram, Instagram, у нас канал в Ютубе. Следите за нами, мы всегда предлагаем только проверенных застройщиков. Мы делаем вашу инвестицию в Камбодже безопасной, только с инвестором Property. Большое спасибо, хорошего дня. Итак, друзья, здравствуйте, пройдемте со мной. Это получается Times Square, как я уже говорил, 306. Times Square 306 сегодня была официальная церемония открытия, получается, что структура была настроена. Пройдемте. Смотрите на это качество. Здесь идеальные стены. Тут, кстати, очень высокий. Я принял 5, 2, 40, 20, 50. То есть очень высокий. Обращайте очень высокий. Пройдите на все пожалуйста, пространство. С этим получается мраморную плитку. Вот. Здесь получается достаточно построена кухня, здесь еще место есть, вода, еще что-нибудь добавить, смотрите. Такие получаются слайдинг доор, выход на балкон, прекрасный вид на город. Смотрите, какое интересное решение. Если садиться вот тут, как делали такие подвижные двери, стену, таким образом получается увеличили пространство. То есть город открыли, и внезапно ничего не проходит. Посмотрите на эти панорамные окна. Это очень мудро. Мало кто застройщиков делает такие панорамные окна. То есть у вас вся стена – это окно. То есть представляете, какое ощущение у вас будет хорошее просыпаться по утрам и смотреть просто на мегаполис. Или вечером, когда вам будет светиться прекрасно полностью фонарями. Вот. И у нас здесь сразу же получается туалет и ванная. Здесь прекрасная ванная с таким огромным зеркалом, опять же, смотрите, огромное окно. То есть это очень большой плюс. То есть форточка, есть окно, здесь постоянно светло. Здесь у нас получается душевая. Вот. Очень красивая, кстати, плитка, такая керамическая. Очень красиво, мне нравится. Я вообще в восторге. Это первый проект, с которым мы начали работать, Times Square. 1.5 года назад, когда мы начали работать, я сразу понял, что этот проект будет очень хороший. И я не прогадал. Итак, друзья, сейчас я вам покажу 60 квадратных метров. Times Square 306. Как я уже говорил, проект закончился. Пойдемте. Вот. Посмотрите на эти размеры. Прекрасный размер, прекрасная квартира. Почему я так восхищен? Потому что я купил 67 квадратных метров тоже. В
И я уже вижу, какая она будет, и мне очень все нравится. Здесь получается кухня небольшая такая. Здесь небольшая кухня. Здесь, кстати, кухню можно еще удлинить, сделать ее еще длиннее, еще больше, что очень большой плюс. Здесь у нас получается гостиная, где я могу установить диван, установить телевизор и наслаждаться. Пройдемте, какой прекрасный балкон здесь. Здесь балкон, получается, уходит и в спальню, и в гостиную полностью сюда. Вот. You can take me from there. И я уже здесь, получается, в спальне. Здесь даже раздвижные окна. Получается, вся эта стена панорамная. Большим балконом. Здесь у нас, получается, спальня. Видите, такое решение интересное. Они используют такие вот рамы стеклянные, которые, получается, разделяют пространство между спальней и гостиной, но при этом не забирают ваше пространство. То есть это очень важно. Будет очень красиво и замечательно. Мне очень нравится. Здесь у нас получается ванная, душевая. Кстати, в моей квартире 67 квадратных метров, там будет уже ванная и душевая. Две, получается, отдельно. Вот. Здесь такая плита. И также, опять же, друзья, мои дорогие клиенты, которые доверились инвесторам Property и приобрели недвижимость в Камбодже в этом проекте с нами, теперь вы можете убедиться, что инвестиции в Камбоджу, недвижимость – это безопасная инвестиция. Итак, друзья, пройдемте. Это у нас двухспальный апартамент, 80 квадратных метров. Пойдемте, увидите, посмотрите. Здесь получается хорошая, просторная такая гостиная. Панорамными, опять же, окнами раздвижными. Красивый балкон. Балкон достаточно большой. С прекрасным видом. Вот, это двухспальный апартамент у нас. Здесь у нас получается небольшой коридор. Здесь у нас одна спальня. Такая, опять же, с панорамными окнами. Будет очень красиво. Пикике, это центр города. Это самое красивое место ночью. Здесь будет очень много фонарей. Будет замечательно. Опять же, обратите внимание на качество этого пола. Здесь у нас вторая гостиная. Это мастер-бедрум уже. Это гостиная с санузлом, получается. Опять же, огромные панорамные окна. Это будет обалдеть просто, как круто. Правда, электричество будет у вас есть, это, потому что будет жарко. Тепло будет нагреваться. Вот. Но так, все очень замечательно. Очень мило, очень приятно, очень красиво, очень потолки высокие, специально сделано место под кондиционер. Кстати, очень умно сделано, кондиционер отвели, чтобы кондиционер не прямо не дул вам прямо на кровать. Вот. Прогнемся. Здесь у нас получается второй санузел. Душ, ванная, это уже не важно. Итак, здравствуйте, Марина. Вот вы покупали квартиру, получается, односпальную D-Type, подобной студии. Вот, обратите внимание, здесь такое изгинающееся окно, душевая. Здесь можно установить, получается, пленку, получается, матовую, и все будет очень красиво. Очень высокие потолки, красивый пол, красивые стены, качество вообще обалденное. Сегодня была церемония, получается, окончания строительства структуры проекта. Вообще обалденно. Да, вот раздвижные. Окей, it's okay. Спасибо всем моим покупателям, спасибо всем моим клиентам, друзьям, кто доверился мне и приобрел эти апартаменты. Поверьте, вы не пожалеете. Это очень хороший апартамент в самом центре города. Спасибо.